глазах я видел реально футболистов, от которых я просто охуевал. Это Демитко и Артур Юсупов. Это футболисты, у которых нет никаких умений и никаких талантов, чтобы играть в футбол. Но почему-то они выходили в основе клуба РФПЛ не самого дерьмового. Может быть, и самого дерьмового, не знаю. Так вот, теперь есть еще и Козлов в их компанию. В каждом клубе, в принципе, есть такие футболисты, я думаю, если вы болеете за какой-то футбольный клуб, отличный от Динамо, вы сразу вспомните примеры, когда